Из-за выбывания кандидата в ходе избирательной кампании отложены выборы глав поселений в селе Сыскылах и Юрюнгхайнском наследии Анабарского района. А в городе Алекминске и Шейнском наследии Сунтарского района выборы состоялись, но без избрания главы, поскольку большинство проголосовали против всех кандидатов. В данных муниципальных образованиях будут назначены повторные выборы. Председатель правительства России Дмитрий Медведев высоко оценил состоявшиеся выборы. После завершения дня голосования в самом западном регионе страны Калининграде штаб партии «Единая Россия» провел селекторное совещание с региональными отделениями. Спикер в своем обращении подчеркнул, что избиратели в этом году показали высокую активность на выборах. В республике явка составила 40%, что намного выше некоторых регионов. Одним из первых в прямом включении Дмитрий Медведев обратился к нашей республике. Егор Борисов рассказал о результатах в Якутии, отметил, что выборы прошли успешно. Практически все кандидаты от «Единой России» получили поддержку жителей и набрали больше всех голосов. Кроме того, отдельно глава республики отметил Айсена Николаева, который набрал, по предварительным данным, порядка 70% голосов избирателей. Очень хорошая. И при этом партия «Единая Россия», которую мы сегодня представляем, тоже победила абсолютным большинством. В частности, в городе Якутской, столице нашей республики, явным преимуществом почти под 70% выиграл Айсен Сергеевич Николаев. И других 8 улусов, кроме Айсена Сергеевича, выиграли тоже единороссы. В Вилюйском районе, как предполагалось, как прогнозировалось, выиграл Сергей Винокуров. Всего состоялось 519 выборов различных уровней. И везде это выборы состоялись очень организованно.